Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами, с их описанием. Педро Берругетти. И он евангелист на острове Патмос. Мистический образ аскета и визионера Иоанна Евангелиста на Патмосе получил широкое распространение в живописи североевропейского ренессанса. Иоанн Евангелист – один из самых почитаемых испанских святых, покровитель католических королей. Его символ орел вошел в геральдику. Берругетти умело слил в картине традиции нидерландского и итальянского искусства. В благородном образе Иоанна, представленном зрелым мужем, преобладает земное начало, его крупная сильная фигура господствует в композиции. Орел преданно держит в клюве круглую чернильницу. Картина была написана для королевы Изабеллы и находится в усыпальнице основателей испанской монархии. Ну, вот такое описание нашел в картине Иоанн Евангелист на острове Патмос Педро Берругетти. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».